Набор кукол из фетра «Домашние животные» серии «Пальчикового театра» от 10-го королевства. Изначально набор находился в прозрачной полиэтиленовой упаковке. Куклы из фетра находятся на импровизированной картонной ладошке. С обратной стороны картонной упаковки дается подробное описание к игре. Рекомендовано детям с 3 лет. Куколки с обратной стороны белого цвета. На лицевую сторону нанесена картинка, яркая, четкая. Изображения мордочек животных очень миловидные, доброжелательные, позитивные, ребенку однозначно понравится. Прошито качественно, нет острых углов, нитки нигде не торчат. Куклы легко надеваются на пальчик. И с помощью них легко можно устроить домашний кукольный театр, импровизировать различные сценки, как уже имеющихся произведений, так и самому придумывать. Ребенку это однозначно понравится. Это развивает воображение, внимание, мышление, а также зрительное восприятие, плюс тактильные ощущения приятные. Игрушки мягкие, но в то же время плотные. Однозначно рекомендую к покупке.